Всем привет! С вами Светлана. И сегодня я поделюсь с вами рецепт приготовления крема для рулетиков, для тортиков, если у вас нету какого-либо повидла. Естественно, этот крем будет намного вкуснее и полезнее, потому что клубника, она замороженная, а повидло, как известно, подвергается более такой нещадящей тепловой обработке. Клубника свежая у меня заморожена в холодильнике вот в таких вот брикетиках. Я уже о ней рассказывала в своем видео. Для крема мне еще понадобится желатин и сахар. Сначала нужно этот брикет разморозить, пока размораживается клубника. И сразу же замочу желатин. Желатин нужно вот такую вот столовую ложку сверху. Я беру немного меньше стакана или 10 столовых ложечек. Все это перемешивается и ставится для набухания. После размораживания такой консистенции еще немножко его можно вот так вот раздавить в чашу для блендера. Насыпаю размороженную клубничку. При заморозке я немного добавляю сахара, поэтому она не очень сладкая, и для крема нужно добавить еще сахара. Сахара добавлю 2 столовые ложки. Теперь клубничку нужно перебить блендером, но так как блендер у меня сегодня не хочет работать, я это все перебью миксером. Желатин растопить. Ставлю на медленный огонь, перемешиваю до полного растворения, чтобы желатин не закипел. Вот он растворился. И растопленный желатин я буду потихонечку добавлять клубнику и перемешивая при этом блендером. Таким образом крем готов. Перед тем, как пользоваться таким кремом, его нужно на 5-10 минут поставить в холодильничек, но только не в морозилку. Кремом можно намазывать кондитерские изделия, выпечку. Очень вкусный, свежий, витаминный крем. Всем пока, до новых встреч!